Открытая хирургия, она остается классическим подходом для лечения многих заболеваний. В нашей стране не везде внедрены лапароскопические методы. Они внедряются, улучшаются с каждым годом, но открытые операции, они все равно составляют на сегодняшний день около 35-55, вот в этом диапазоне, в разных регионах, от всех хирургических вмешательств. Но количество открытых операций резко снижается. В нашей клинике у нас количество операций, открытых операций снизилось практически до 14-15% на максимальный. Все остальное делается высокотехнологичными методами. Но классические методы, они остались в арсенале нашем. И чаще всего мы сейчас их применяем для того, чтобы оперировать уже повторные операции. Те, которые не удались при различных лапароскопических или других подходах.